Ну что ж, снова здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Начинается второй игровой матч этого дня. Тьфу. Второй матч первого игрового дня. Совсем замучился ваш комментатор с организацией нашей видеотрансляции и вообще с организацией этого турнира. Ну, я думаю, вы простите несколько моих оговорок. И отнесетесь лояльнее к этому. Виджай Дрангой, мастер спорта международного класса. Победитель второго и третьего этапов Кубка Европы этого года. Начал весьма уверенно. Положил шара прямо в лузу. Феноменальную игру он показывал на Евротурах. Очень неплохо смотрелся до поры до времени на одном известном московском турнире. Посмотрим, что же в финале. Шар сыгран. И выкатывается на атаку средней лузы. Вопрос подбоя решается практически после первой показавшейся возможности. Раскатилась пирамида, замечательно. Весьма порядочно колотит Виджай Дрангой по лузам. Сейчас выходы не требуются, потому что игра практически всегда присутствует на столе. Широко раскатились шары. И так расслабленно, не спеша, в своей манере, несколько замедленно. И Виджай ведет игру и ведет эту партию к победе. Мощный свояк. Казалось, вот-вот застрянет, но нет, не застрял, упал. Отправился туда, куда ему было предписано. П5
первая партия, партия «Ския» непосредственно после разбоя Виджай Дрангой зажигает. Да, вижу, вот Вадим Акалович пишет, вот этого парня я люблю посмотреть. Часть Лиги любителей бильярда также тут высказывается. Ну, я рад, что этот матч вам по нраву. Наверное, любой матч с участием Виджая это украшение, но Андрей Глушанин парень не промах. Давненько мы не слышали, не видели его побед. После 2008 года, когда он завоевал командный кубок вместе с Евгением Куртой, кстати, и Еленой Бунос, командный кубок мира, получил МСМК. Ну, с тех пор как-то давненько ничего не было, хотя финал, да, финал Кубка Европы прошлого года, кстати, припоминается. Там также блистал Евгений Глушанин, Андрей Глушанин. До поры до времени, пока не попал, похоже, под Паламаря. Могу я ошибаться, навскидку так не вспомню. Слишком много сообщений от вас, опять же, приходит. Перебор информации. Надо несколько фильтровать. Превосходный разбой. Начало серии. Поехала, вошла. Подрагивала наклейка, самый кончик Kia несколько вибрировал, когда выполнялся этот удар с высоким мостом с шаров. Но это не помешало найти прямую линию шарта на прямой, отправить его в лузу. Аккуратный свояк в середину. Совсем капельку потоньше надо было ударить. Да, и мог упасть, конечно же, должен падать был этот свояк. Thank you.
справедливости ради сказать, что непростая была эта резка. Шар, конечно же, игрался, но были варианты, что он и не упал бы. Толстовато попадает Виджай Дрангой. Не падает шарик. Подзатянулась партия, хотя я думаю, в принципе, мы можем ожидать очень быстрой, яркой и фееричной игры. Задумался сейчас Виджай. Конечно, надо атаковать, но максимально безопасно. Ай-яй-яй, красивый шар. Железом. Пожалуй, не промолчу. Я все-таки думал промолчать по поводу этого удара. Очень рискованный и очень непростой это свояк был. Конечно, игрался и давал максимальный такой правый винт. К битку прикладывал Виджай Дрангой, но не винтиком единым. Тут надо еще какая-то дополнительная магия, чтобы такой свояк падал. Thank you.
Ай-яй-яй, какой серьезный промах. К средней лузе YouTube, по-моему, ближе был этот шар. Друзья Андрея Глушанина смеются, говорят, не стал рисковать, отыгрался. Четыре шара на столе, и счет в партии сейчас в данный момент равный, это значит 6-6. Воистину, где матч, который можно практически не комментировать, и где и так все понятно. Либо тебе партия с кия, либо подставка. Все тут настолько просто гипертрофировано. Учебное пособие, а не матч. Не видели никаких ошибок в исполнении Виджая Дрангуя. Эта партия проходила, Андрей даже не подходил к столу. То во второй у нас есть и обилие ошибок, и подставки. Не стоит вам, искушенным в бильярдных делах, зрителям объяснять, почему же такая пауза. Напряженный момент, ключевой момент партии. Шары на борту. Дальний от нас, лево, не играется практически. А вот этот, ну, если сейчас будет бить свояка. Просто повисло в воздухе, но некоторым зрителям это до базовой зорочки, как говорится, до сиреневой звезды. И спрашивают меня, есть ли уже календарь на 2011 год. Какой именно календарь? Чемпионат Европы в мае будет. Кубок Европы в следующем году проводиться не планируется. Отказались мы от этого турнира. Может быть временно, может быть на совсем, не знаю. В следующем году будет много кубков мира по разным дисциплинам. 2-0, Виджай Дрангуй повел. Ну так вот, соревнования будут, и скорее это надо вам смотреть на сайте Международного комитета по пирамиде. Я пока что на billiardonline.com это все не выкладывал. Хотя проект календаря, конечно же, уже имеется. Видите вы статистику, счет личных встреч 0-0, не встречались в последнее время на значимых турнирах Виджай и Андрей.
И лучший результат Евротуров этого года. Куда скромнее Андрея Глушанина. Да, тут какое-то недоразумение. Не мастер спорта, а МСМК он. Надо бы исправить, извините, но, по крайней мере, так скажу. И давненько не видел интересных вопросов по поводу нашего турнира. Не пишите вы что-то в чате, на форуме. Ну, наверное, смотрите за игрой. Слышали с камеры нашей основной в интершуме, что же там сказал рефери Андрею Глушанину. Попросил поправить бабочку. Съехала она куда-то в бок. Но сейчас, в принципе, не видно. Уже говорил я неоднократно о том, что не любят бильярдисты бабочек. Неплохо прокатил, мог бы еще лучше. Еще один Женя Поломарь. Это все-таки Александр Поломарь. Ну. Саша Поломарь отличился и вертикально практически повесил эту бабочку Андрею. Но ему-то не видно, как это все. Да, не понял, что стал жертвой шутки. Посмеялись бильярдисты. Над игроком, который сейчас у ТВ стола. А ему-то не до шуток, он 2-0 проигрывает, а матч до 6 побед. Такими темпами еще 4 партии, ведь Джай пройдет вперед, а Андрей просто останется в качестве зрителя на турнире. Молодец, показывая, что ничего его не смущает. Ни бабочки, ни мотыльки какие-то здесь. Ни шутки Александра Поломаря. Посматривает на свояка. Лучше бы он все-таки остановился на свояке, как я и думал, но чужой не прошел. Слишком острый угол. Железо, но для этого, кстати, не требуется большой силы Виджая Дрангоя. Он просто точно попадает. Делает нужную протяжечку и шар в
с треском падает в лузу. Вот Виталий из Киева пишет, мол, Трангой в отличной форме, абсолютно с вами согласен. И желает Виталий нам хорошей работы, интересных матчей. Взаимно. Вам также интересных матчей. Я думаю, что постараемся вам показать все лучшие. Конечно же, все целиком, полностью показать не сможем. Слишком их много. Фактически на этом турнире любой спортсмен может выстрелить в определенный момент и не свергнуть фаворита. Кто, кстати, фавориты? Давайте с вами порассуждаем. Может быть, тот же Виджай Дрангой или действующий обладатель Кубка Европы Александр Паламарь. Согласитесь, начало этой встречи давало нам повод как бы задуматься о том, что в час уложимся мы. Да, уже не только щелчки пальцев, но и аплодисменты раздаются в адрес Андрея Глушанина. Ну вот уже и 7 шаров рефери объявил. Ошибается на своей ке и отдает ход, и не просто абы кому. Виджай Дрангой, который даже в этой ситуации может сейчас развернуться и завершить партию в свою пользу. Ну, может быть, это мои мечты или фантазии. Посмотрим. Нет, все-таки партия будет за Андреем Глушаниным. Первая в этом матче. Если вы помните начало этого матча, дважды с разбоя по очереди одинаково результативно выстрелили Виджай Дрангой и Андрей Глушанин. И вот теперь два разбоя неточных.
Зиншар есть. Продолжение тоже. Совершенно обособленно сейчас у нас проходит матч на ТВ-столе. Зачаровывает своей игрой Виджай Дрангой. Ах, если бы еще не ошибался, но не сам плохой шар-то был. Да. Ну и зрители за этим матчем сейчас наблюдают практически. Человек 50, наверное. Ну, еще человек 10 смотрит на Ярослава Тарновецкого. Честно скажу, не знаю, какой там счет. Постараюсь выяснить чуть попозже в паузе. Забилует ошибками эта партия, но вроде бы что тут еще надо было. Отличная позиция. Собираешь рыды и все. Горя не знаю. Но ошибаются игроки, бывает, да. Смотрел, что же произошло. Вот только начал говорить об ошибках. Что там произошло на дальней половине стола. Не обратил внимания на свой монитор. А судья мне заслонил практически всю поляну. Напрашивается тут свечок.
совсем капельку не дорезал. Да, четвертая партия, похоже, у нас самая странная выдается. Много ошибок. Выпали как-то из игры, похоже, почти сразу оба игрока. Надеюсь, что почти сразу также они оба и включатся. Хороший своячок. И выход на середину. Чужого будет играть. Вариантов не особо много. Бывают такие позиции на столе, особенно возле средней лузы, когда шар вроде бы и стоит, практически ножки свесил. А сыграть к нему, подойти ни чужим, ни свояком нельзя, особенно когда мало шаров на столе остается. Сейчас справился с этой задачей. Положил шара Андрей Глушанин. Любопытное замечание вот пишите в чате, мол, напоминает этот матч-финал Кубка Кремля. Поверьте, ну, совершенно разные турниры, разные игроки у нас, ну, за исключением Виджая Дрангоя. И сейчас только первый раунд, 1/16 финала, а не сам финал. Несмотря ни на что, даже несмотря на большое количество ошибок, решается на этого дальнего свояка Виджай и кладет его точно в лузу, не касаясь губок, падает шар. Всем у Дрангоя. Едва-едва не упал восьмой. Да, восьмой квадратный. Тем временем слышали вы, что главный судья объявил уже девушек на пятом столе. Казакова, Медведева, две россиянки. Ну что, Андрей Глушанин, вот тебе шанс. Пригвоздил. Ой, упал шар, хотя надо бы ему там было остаться. Ники спрашивает, как там девочки играют. Ну, только же объявили, говорю, это первая пара у женщин. Остальные будут чуть попозже. Саша пишет нам в чате, вот это ошибка нервы. Это, конечно же, касается не данного удара Виджая Дрангоя. Чуть ранее это было. Ну, про нервы это, конечно, отдельная тема, достаточно обширная. О ней можно говорить очень долго. Конечно, никто здесь не железный. Нервничают игроки, переживают. Естественно, каждый из них хочет пройти вперед.
Замечательно, тепло поддерживает белорусская публика Андрея. Тут уже без разницы, кто из спортсменов выступает. Главное, что соотечественник. Перерыв берут игроки, 5 минут. Ну, с вашего позволения, я тоже пойду проветрюсь, потому что находиться в клубе здесь уже полсуток просто тяжело. Очень скоро мы продолжим. Thank you.
Ну что ж, возвращаемся к матчу. Начинается пятая партия. Виджай Дрангуй на разбое. Подходил ненадолго я со своего комментаторского места, подходил к главному судье и попросил его в его микрофон. Тут у нас два человека с микрофонами. Попросить вести себя потише, несколько публики в зале, потому что накал страстей — это понятно. Живые обсуждения, вот вы пишете в чате, а неужели так много зрителей? Ну, я говорил, да, около 50 человек, но все они бурно обсуждают бильярд. Все его любят и все разбираются, даже лучше, чем игроки. Ну, так всегда. Болельщики всегда лучше тренера и лучше игроков знают, как вести себя тем или иным спортсменом. У нас крайне напряженная партия, да, и, ну, хотя бы потому, можете мне поверить на слово, потому что вот в перерыве Андрей Глушанин, подслушал я, как он общался и с главным судьей, и заодно из... Заодно еще и с главным тренером белорусской сборной, с Юрием Николаевичем Черванёвым. Сказал, что скованность пока ощущаю, напряжение. Тяжело пока что играть. Нет, не может включиться Виджай Дрангуй, потерял он нить игры. Что-то ускользает этот матч от Виджая, если начало было очевидно за ним, и уже многие прогнозировали его легкую победу, едва ли не в сухую, то сейчас, наверное, все-таки моральный перевес в первую очередь. И некоторый перевес в счете, конкретно в этой партии, на стороне белоруса. Thank you.
7 шаров уже сыграл Глушанин. Нет, неудачно выкатился этот шарик, стал близко к короткому борту. Фактически он играется. Надо играть с левой руки. Неудобно. Играть в левую верхнюю лузу. Вот эта парочка, которая... Ну, в смысле, чужого. Апельсинчик положить. Это тяжело. Хотя предыдущая партия закончилась примерно таким же ударом. Рискнул Андрей Глушанин и победил. Спрашивали вы, да, столько ли много здесь зрителей, но помимо обычных зрителей, простых поклонников бильярда, как мы с вами, тут же в зале еще присутствует очень много спортсменов, те, которые сыграли свой сегодняшний матч, все равно остаются в клубе, не разъезжаются по гостиницам, по квартирам, которые снимали. Короче, марш по койкам команды не было, и все остались на своих местах. Сейчас следя за тем, что же происходит на столах. Некоторые встречи заканчиваются уже. Но у нас все только начинается. По-прежнему 2-2. Сейчас встреча 3-2 Глушанин. Да, только я отвлекся, начал смотреть на турнирную сетку, а тут штрафанулся Виджай Дрангои. Андрей Глушанин взял эту партию. Ну вот. Да, как тут не вспомнить кремлевский финал, действительно, совершенно не похож Виджай сам на себя, надо бы ему собраться. Уверен, что вся Молдавия и не только, знаю, много поклонников у него есть по всему миру. Все они переживают, но Виджай что-то сейчас слабоват, не знаю. В неплохом настроении находился он и вчера, и сегодня. Ну, буквально с ним поздоровались и перекинулись парой слов. Сказал ему, ой, почему только все время в клубе нету никаких выносных финалов. Ну, поймите сами. Во-первых, мы сместили время проведения финала Кубка Европы, потому что у нас выборы президента. Аплодирует Андрею Глушанину за то, что он лучшим, наилучшим образом исполнил этот разбой. Так вот, ну, в связи с выборами найти какое-то место проведения было на самом деле проблематично. Потому что все комплексы задействованы, как выборные точки, ну и так далее и тому подобное. Мы, короче, целый комплекс проблем, поэтому мы взяли самый комфортный клуб, на наш взгляд. Хорош, выкрикнул откуда-то из толпы Евгений Курта. Но не так хорош, как хотелось бы, Андрей Глушанин. Надо было подкатывать прямо к лузе, а шар встал на короткий порт. Чужих по углам в этой ситуации можно настрелять довольно-таки много, поэтому не подходит пока что к дальнему шару.
который можно сыграть свояком в левый уголок. Ну и темп сейчас нарастает у Андрея Глушанина. Он сейчас уже близок к тренировочному. Один, второй. Сыгрывает шары. Ой, непростой чужую середину. Не надо, наверное. Такая резко. Щелчки пальцев в зале. Берет Андрей Глушанин. Да, надо обязательно помилить. Шар ответственный. Ай-яй-яй, тонко попал. Можно было играть намного надежнее дальним шаром, но сам перекрыл себе траекторию. Видите вот эту парочку, которая возле левой лузы дальней? Играет справа от нашего стола. Интересный вопрос в чате. Жуковский банный. Не могу знать, какой там счет, потому что Евгений Поломарев заслоняет мне его. Да, на самом деле тут зрителей что-то прибавилось все очень изрядно. Уже игрокам-то места нет. Посматривает на дальнего вот это. Ну, как дальний. Показал уже свою любовь к чужим. Именно к чужим шарам Андрей Глушанин. Нет, свояк. Аккуратно. Правый винтик от лузы. Чужой. Счет встречи 4-2 Глушанин. Муравей в чате Лиги любителей бильярда написал: сейчас будет до свидания Глушанину. Но нет, Дрангой промазал. И вы видели, что результатом этого промаха стала очередная партия в пользу белоруса.
слышите вы аплодисменты, это значит, что болельщики Виджая Дрангоя также есть в зале. В первую очередь это Андрей Илларионов, конечно же, его соотечественник. Два представителя Молдавии у нас здесь, но фактически уже один, потому что Андрей проиграл Евгению Курти, вы помните. Да, включился в игру Виджай, похоже, но может быть еще и не включился, подождем. Нужна серьезная серия, хорошая. Для серии тут очень нужен подбой. Закончилась серия из довольно-таки непростых шаров. Но сейчас чужой был действительно непростым. Случился подбой, но вроде бы не критичный, не столь страшный подбой для Дрангоя. Глушанин увиден своячок. Сыграет, может быть, наиграет себе же продолжение. Контролировать движение прицельного шара очень сложно. Но можно. Но главное раскатывать пирамиду. Откалывать от нее шары. Если будет это делать и будет также уверенно забивать, то тактическое превосходство станет фактическим. Весь голос кто-то из зрителей сказал «не забил» с таким вопросительным знаком, акцентированным в конце. Нет, не забил, мазанный был этот шар, я не понимаю, как не увидел этого, извините, Андрей Глушанин. Неоправданная атака была с его стороны, должен получить партию. Виджай, свояк, на лузный винт. Ай-яй, неточная резка. Не в своей тарелке явно находится молдаванин. Не понять, что мешает ему играть. Сел Виджай, вытирает глаза, может, не выспался, к чему бы это. Нет, ну, с утра был очень даже в отличной форме, просто веселый, настроен на игру, а сейчас вот что-то в один момент сломалось. И в этот же самый момент включился Андрей. Да, вот вы замечали, ему обидно, если вылетит. Неужели вылетит в первом же раунде, в первом круге? Но это финал Кубка Европы. Здесь такие игроки, что могут выбить и фамилии не спросят. Да, верно вами подмечено, сукно новое.
Радует, что ошибок стало у нас немножко поменьше в этой встрече. А серийность все-таки присутствует.
Вы сами все прекрасно видели. Похоже, что Андрей Глушанин сейчас на коне. Несмотря на то, что заметно нервничает, допускает порой ошибки. Процент его брака намного ниже, чем у молдаванина. Да, 5-2, это еще не разгром, но очень похоже. Матч до 6 побед, сейчас каждая партия может стать последней. Разбивает Андрей Глушанин, иногда он это делает очень успешно. Были мы правы с вами, когда прогнозировали скоротечный матч. Ну, 1:20 примерно сейчас у нас продолжается эта встреча за вычетом перерывов. Ну, пусть не самый быстрый темп, но, согласитесь, весьма очень зрелищно. Ой, может быть, надо было немножко подольше подсобраться с этим ударом. Торопился Андрей Глушанин победить. Забился, затрепыхался шар в угловой лузе, но выкатился обратно на поляну. Виджай на серии, вроде бы она будет продолжена. Не лишним будет рассказать о том, как проходят остальные матчи из уже сыгранных. Александр Поломари, Александр Чепиков 6-3, Багиров Белоглазов 5-6, Поломари Вайнсвайк, мы вам показывали, Вайнсвайк выиграл 6-3, Курт Ларионов 6-5, Тырысаян Осьминин 6-4, Кулик Визельтер 6-2, Куриленко на турнир не явился, поэтому Петропавловский прошел. Записали ему 6-0. Техническое поражение Куриленко. У Терновецкого и Смирнова 2-2. Жуковский 2-1 против Банного. Беззуглов и Сединов 4-2. И Матвейчук Слепцов 6-1. Из второго запуска Матвейчук Слепцов — это самый быстрый матч. Украинец, похоже, порвал своего российского оппонента. Перерезает Андрей. Начинает разговаривать сам с собой. Ну зачем же? Еще не все потеряно. Пусть есть подставка. Пусть Виджай сыгрывает этот шар. Матч не потерян. Не надо заводиться сейчас. Сам себя загонит в тупик. Глушанин, и все. Пиши пропало. Сейчас скатят, я думаю, все недостающие шары. Прямехонько в лузу Виджай Трангой. Отставание сократит, но не обезопасит себя, конечно же. Видите вы сейчас на ваших мониторах странные урлы, адреса сайтов. Ничего странного в этом нет.
use.com.ua, это сайт компании AS. Бильярдные и ручной работы из Украины. Ну, Ruptur.com, понятно, представление, наверное, не нуждается. Крупнейший производитель бильярдов и аксессуаров, компания Ruptur. И ivansimonis.com, это бильярдное сукно, на котором сегодня у нас играют спортсмены. И на котором вот разворачиваются такие драмы. Пятиминутный перерыв берет теперь Глушанин. Похоже, да, загоняется. Но извините за сленг, на что-то позволил, дал волю нервам. Понятно, до этого тоже переживал и нервничал, но сейчас, похоже, начал едва ли не психовать. Не надо этого делать, Андрей. Уф, напряженно, конечно же. 5-3, и пока на самом деле ничего не ясно. Визжа, если вернется в игру, то просто может не оставить шансов своему сопернику. А с другой стороны, Глушанину, ну-то надо всего один шанс. Да. Непрогнозируемый финал. Перерыв длился, по-моему, меньше 5 минут. Не запрещено. Возвращается в игру Виджай Дрангой. Интересно, вернулся ли в игру Андрей Глушанин. Выглядит немножко как бы нервно. Разбил аккуратно. Но игру оставил. Ну, этот шар должен быть не мазанный. Любимые чужие Андрея Глушанина. Ну, какой
какой странный вообще вид спорта бильярд. Обычно любят своих, а тут бывает, что любят чужих. Начало есть. Да, очень важный, ответственный удар. Безумное вращение шаров придал сейчас Андрей Глушанин. Вот он до сих пор продолжает на дальнем коротком борту крутиться. Остановился. С любой стороны можно сейчас атаковать серединку, левую и среднюю лузу. Чужим, свояком. Падает свояк. Ну и какое продолжение выберет Андрей? К сожалению, вид сверху не дает нам понять полную картину. Картину мира, назовем ее так. Говорил я уже, что максимально возможно подняли мы камеру верхнего вида, но все равно не хватило. Побольше бы расстояния и поместился бы стол целиком. Увы, извините, но сделали все возможное, все, что было в наших силах. Едва слышно, рефери объявил 6-0 для Глушанина. 6 шаров положил он ему на полочку. Солидный, весомый такой задел. 2 шара и победа. Победа не просто в партии, а в матче. Да и не над кем-нибудь, а над Виджаем Дрангоем. Да, даже самые ярые болельщики Глушанина вряд ли прогнозировали такой счет. Ну, сейчас появился у нас результат одного из матчей, которые проходят параллельно. Безуглов и Сединов 6-2.
вернулся Андрей, хотя было вовсе это не обязательно делать. Шар был непростой. Все это прекрасно понимают. Но удивительно, что первым указал на штраф Виджай Дрангой. Не Андрей Глушанин признался, не рефери матча объявил. Сначала показал Виджай, а потом уже рефери спустя каких-то полсекунды. После этой пары спрашиваете вы, кто играет? Украинский дуэт Талов-Пивченко. Уверен, что будет не менее интересный матч. Ну вот первый шарик на полке у Виджая Дрангоя уже появился. Это штраф, который допустил Андрей Глушанин. Убрал мешающий шар Виджай. Атакует чужим. В середину эта пара тоже вот этим же битком можно было неплохо сыграть. Очередной шанс для Андрея Глушанина. В его силах сделать этот подход последним. Еще один матч завершился параллельно. Тарновецкий-Смирнов 6-3 в пользу Ярослава Тарновецкого. И 7 шаров у Андрея Глушанина. Вот сейчас он может отправить молдавского чемпиона домой. Я бы сыграл свояка в середину, наверное, апельсинчиком. Авантюрно, но может быть. Либо им же свояка в угол. Ну, тоже играется, конечно же. По резке, но... Укатал. Что говорится, укатал, поставил все на свою кладку, практически без отыгрыша играя. И выиграл в этом споре, в этой упорной борьбе Андрей Глушанин. Слышали вы аплодисменты, много зрителей болело за него сейчас. Но Андрей заслуженно победил, Виджай просто был не в той кондиции, в которой мы его наблюдали на Кубках Европы этого года. В финале он где-то подрастерял свою форму. Но мы... Прервемся совсем ненадолго. Евгений Талов, Артур Пивченко. Следующая пара через каких-то минут 5-10.